Привет, меня зовут Светлана, и сейчас мы с вами посмотрим его мысли о вас. Что он думает о вас? Ох, он считает вас очень сильной личностью. Он даже считает, что где-то вы его давите, понимаете? Где-то вы просто его подзадавили, да? Но с вами комфортно в том смысле, что вы стремитесь всегда к вершине успеха, к вершине славы. Может быть, вы работяжка, такой трудяжка, да, стараетесь, работаете, зарабатываете, стремитесь к чему-то. Что он думает? Он хочет признаться вам в любви, однозначно. Вот он, красавчик такой, да, на коне к вам подъезжает и протягивает бокал, и вы его получаете, принимаете, и, конечно, ждете от него вот эту вот любовь. Хочет признаться в любви, хочет вас любить, хочет быть любимым. Четверка Пентаклей, вы знаете, он думает, что вы хорошая хозяюшка, которая сможет обустроить жилье, может правильно распоряжаться деньгами, да, все в дом для семьи, вот как-то так, деньги в дом. Считает вас очень честным, справедливым человеком, который всегда говорит правду. Вы знаете, с вами он всегда трансформируется, он меняется в лучшую сторону, то есть что-то в нем уходит негативное, да, вы его меняете, абсолютно меняете в лучшую сторону. Ну, ребят, смотрите, какая карта, шикарная карта, влюбленные. Естественно, он думает, что и вы ему пара настоящая, та самая партия, которая ему нужна, вот тут на равных, понимаете, вот он считает, что вы именно тот человек, который нужен. И все-таки пятерка жезлов, знаете, человек неспокойный, постоянно вот эти терзания, метания, а вы его любите, не любите, обманываете, не обманываете, вот знаете, а точно ли все будет у вас хорошо, вот понимаете, человек неспокоен, неспокоен, но карта звезды, он рассматривает вас на будущее, однозначно, он видит вас, будущее, будущую мать, если вы молоденькая девочка, да, будущую хозяйку дома, то есть он считает, что вам вместе уже быть до конца ваших дней, да, чтобы все вместе жили и вместе вели какое-то общее хозяйство. Карты вообще довольно-таки хорошие, не забываем, пальчик вверху, слово благодарю, пока-пока.